Защита Земли от астероида состоит из двух ключевых компонентов. Первый компонент — это своевременность обнаружения опасного астероида или кометы. А второй — это сведение данного небесного тела с опасной траекторией, которая может привести его к столкновению с Землей. 25 февраля этого года Канада вывела на орбиту уже небольшой телескоп NEOSAT, который будет отслеживать околоземные пространства на расстоянии до 45 миллионов километров от Земли. А Европейское космическое агентство и НАСА планируют на 2022 год осуществление так называемой миссии АИДА, в ходе которой они будут таранить космическим аппаратом астероид Дедим. Надо сказать, что это достаточно мирный астероид, никакой угрозы для Земли он не представляет. Но, осуществив эту операцию, ЕКА и НАСА хотят отработать сам принцип ввода небесного тела с опасной траекторией.